Вот, доработал немножко. Штекер у Вокса там свой штекер. Вот такой разъемчик стоит. Г-образных, они не бывают Г-образные. Пришлось вот самодельно сделать тебе. Ну, чтобы сзади не торчал. Вот. Вот это мама для питания. Вот это мама для питания. Здесь 5,5. 5,5 на 2,1. Это вот блок питания, когда будешь заряжать. Так, ну вот поставил тебе еще индикатор, на всякий случай, индикатор уровня заряда. Нажимаешь, вот горят. Вот полные батареи, 100%. 75, 50 и 25. Если 25 одна останется гореть, это примерно где-то на 1,5 часа примерно игры еще, если что. Вот это просто, чтобы ориентироваться. Вот такая батарея получилась. Кому и путевка в высшую лигу? Встречайте!